Грипп по-прежнему будет представлять опасность в осенне-зимний период. Но есть прекрасная возможность избежать этого заболевания, вовремя сделав прививку. В Краснодарском крае уже привито от гриппа свыше 350 тысяч жителей. Как сообщает Министерство здравоохранения региона, в этом году для прививок используется вакцина с обновленным антигенным составом. В первую очередь прививка от гриппа рекомендована тем, кто относится к группам риска. А это медицинские работники и учителя, дети, учащиеся, беременные женщины, граждане с хроническими недугами, призывники, люди старше 60 лет. Всего в осенне-зимний период в Краснодарском крае планируется привить от гриппа не менее 60% жителей. И в Славянском районе вакцинации уделяется большое внимание. Грипп по-прежнему опасен, и недооценивать его не стоит. Грипп опасен тем, что у него очень много осложнений. И самое страшное осложнение – это пневмония, которая может привести к летальному исходу. Я хочу сказать, что вакцина очень хорошая. И все, кто прививается, все пациенты мои, кто прививается, они потом не болеют. Вот, вакцинация очень нужна. Славянские врачи и медсестры делают все необходимое, чтобы привить от гриппа всех жителей города и района, кому это необходимо. Приглашаю всех жителей Славянска на Кубани, приходите прививаться от гриппа. Вакцина очень хорошая, осложнений нет, а результаты налицо. Для многих славянцев привиться от гриппа стало привычным, и они очень довольны, что имеют эту возможность. Чтобы не заболеть гриппом, и делаю каждый год. Я после прививок ни разу не болела. Вот год проходил нормально. Каждый год, да, делаю прививку, чтобы защитить себя от инфекции, от гриппа, чтобы в дальнейшем организм уже боролся с этими вирусами. Из-за пандемии коронавируса вакцинация от гриппа стартовала раньше, чем обычно. Как считают медики, привитые смогут обезопасить себя от возможного коктейля из гриппа и коронавируса одновременно. И еще, организм должен накопить сил, чтобы быть во всеоружии. Итак, идет подготовка к сезону гриппа и продолжается борьба с COVID-19. Следование действующим предписаниям, а это правила гигиены, масочный режим, вакцинация, поможет сохранить здоровье, защитить организм от коронавируса, гриппа и осложнений. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».